Жителям республики предложили вписать свое имя в историю строительства новой православной церкви. Благотворительная акция «Именной кирпич в стену храма» стартовала сегодня в столице республики. Весной прошлого года митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава совершил молебен и осветил место строительства храма в честь преподобного Сергия Радонежского. Для митрополита будущий трехпрестольный каменный собор высотой более 40 метров и рассчитанный на 1000 прихожан станет особенным местом. Ведь до того, как он прибыл на службу в Чувашию, Варнава 21 год прожил в обители Сергия. И вот нам большое счастье будет, если мы построим соборный храм в честь преподобного и богоносного отца нашего Сергия. Это будет памятник, оставлю вам, и будет украшать наш город Чебоксары, украшать Чувашию. И этот памятник преподобного Сергия храм, будем надеяться, чтобы построить побыстрее. Помочь строительству можно простым пожертвованием. Можно приобрести сертификат благотворителя стоимостью 300 рублей, 1500 или 3000. Таким образом, вы приобретете именной кирпич, на котором будет ваше имя или имена родных, близких, живых и усопших. Каждый кирпич будет уложен в стену храма. Пример милосердия и меценатства показали сегодня чиновники, депутаты, бизнесмены и просто верующие люди. Нужны не только деньги, но и другие ресурсы – техника, стройматериалы. Свою лепту внес и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Из своей заработной платы сегодня купил сертификат на 25 тысяч рублей с одной единственной целью, чтобы вклад нашей семьи лично у меня был, ибо родители наши и бабушка меня лично воспитывали в духе любви, в духе веры. И то, что сегодня на эту благотворительную акцию пришли очень много предпринимателей нашей республики, я им благодарен, низкий им поклон. Благодаря людской помощи строительство храма пойдет быстрее. Сертификат можно будет приобрести во всех церквях города Чебоксары. Анастасия Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика.